читаю стихи русских поэтов, начиная с 18 века и по наши дни. Упор делаю на региональных поэтов, знакомых, незнакомых. Всегда хочется и почитать, и, наверное, и послушать хорошие стихи, о которых вы даже не знали. Слушайте. Алдошин Тимур Леонидович, Казань. Ну вот и я говорю о том же, под летней крышей из теплых звезд, об этом длинном усатом бомже, что ночью в наших дровах замерз. Он свой пузырь не допил, оставил, хотя тянулась в снегу рука, и, не нарушив старинных правил, мы помянули его слегка. Потом пришел милицейский газик, и мент еще обложил бича, что, мол, нарушил дежурство в праздник. И ты сцепился с ним сгоряча. Потом я вынес бутылку водки, и тем исчерпан был ваш конфликт. Потом мы в комнате, будто в лодке, качаясь, плыли, и будто в лифт, дрожа, валились огонечки дрожащей елки, и все путем, и все мы радовались отсрочке. Когда-нибудь, не теперь, пойдем. И были танцы, и все такое, и все там будем, сосед кричал. А мне вопрос не давал покоя. Чего ж он в двери не постучал? А постучал бы, и не открыли. Немало бродит, не он один. И Бог с ним. В общем, его зарыли, и нас зароют. Закон един. Но вот и я говорю о том же. Все достается своим трудом. С чего я вспомнил об этом бомже? Да нет, никто не стучался в дом. Бегаешь, ищешь коньки маленькой дочке. В ополе все васильки, все василечки. То для нее велики, то кошелечечку слезы. Стынут в глазах васильки сна и мороза. Дочке бы хоть удалось бабочкой взвиться там, где маманьке пришлось остановиться. Вот бы из холода прочь так раскататься, чтобы с тобою, где ночь, ей не остаться. Ей бы искрящий полет, звездное пламя, чтобы и стужа, и лед лишь под ногами. Кажется, лето для вас, для двоих, реют стрекозы, стынут на редких ресницах твоих солнце и слезы. Кажется, в сердце из льда и стекла бьют василечки. Сладко-присладко, лишь жаль не нашла дочки конечки. Руки. Отчего как будто у порога храма так взволнованно дрожа к человеку тянется, как к Богу робкая звериная душа. От того, что есть у каждой тяпы для любви и дружества, и ласк, и хвосты, и языки, и лапы, нету рук для человечьих ласк.
отчего у крайнего предела нежности, спохватываясь, вдруг рвется прочь из тесной клетки тела неутешный птенчик губ и рук. От того, что у любови здешней, как у Кутьки, в чайных блюдцах глаз ужас обделенности кромешной. У нее нет рук для божьих ласк.